Привет! Что читаете? Сегодня дежурное почтение Андриёнок Анна. В этом выпуске я расскажу о новом романе Елены Чижовой «Город, написанный по памяти», который вышел в редакции Елены Шубиной в 2019 году. Елена Чижова – русская писательница, переводчик и эссеист, экономист, лауреат премии «Русский букер» 2009 года. Автор не боится острых тем, будь то советский асимметизм, новый русский бизнес, альтернативная история или извечный конфликт мужчины и женщины, отягощенный советской историей. Елена Семеновна – петербурженка в четвертом поколении, автор 8 романов, среди которых «Время женщин», «Арест и сын», «Терракотовая старуха», «Китаист» и другие. Петербург является движущим звеном ее прозы. Самый прекрасный, таинственный, мистический город России так или иначе присутствует в каждой книге Чижовой. На военной карте начало ленинградской блокады выглядит так. 8 сентября противник вышел к Ладожскому озеру и, захватив Шлиссельбург, блокировал Ленинград с суши. Разорваны все железнодорожные и автомобильные коммуникации. С севера город блокируют финские войска. Рубеж, на котором они стоят, государственная граница 1939 года, разделявшая СССР и Финляндию накануне Советско-финской войны. Общая площадь, взятая в кольцо, 5000 квадратных километров, включая пригороды. У детской блокадной памяти свои рубежи и ориентиры. 8 сентября случилась первая настоящая бомбежка. Теперь мама все чаще гостит у бабушки. Дома оставаться страшно. То, что летом виделось игрой, кажет свою гнусную изнанку. В бабушкином доме магазин сувениров был. В сентябре, перед самой блокадой, я купила слоников из мраморной крошки и еще карты. Зимой я в них играла. Сама с собой. Или перечитывала журнальные рецепты. Очень хотелось есть. Между «очень хотелось» и «алиментарной дистрофией» медицинский справочник приводит другое название, но язык не поворачивается его произнести. Стоят страшные блокадные вопросы. Поставить можно, решить нельзя. Первый и главный о карточках, а если прямо о селекции. В послевоенной историографии это слово закрепилось за фашистским режимом, где отбор, как правило, осуществлялся по расовому принципу. У советской власти принципы социальные, но приносить в жертву живых людей ей тоже не привыкать. Первые жертвы – беженцы из Ленинградской области. В город они хлынули осенью 41-го. Десятки тысяч. Кто-то пришел пешком, другие на телегах, с детьми, с дряхлыми стариками. Некоторые вели за собой скот. Плач измученных детей и рев голодных коров – один из начальных звуков блокадного ада, потому и запомнился. Если не случится чудо, эти люди, не имеющие ленинградской прописки, очень скоро умрут. На другом полюсе блокадной судьбы – новые привилегированные сословия. От обитателей Смольного до видных деятелей НКВД. Эта категория граждан пользуется литерными пайками. Для них открыты и спецстоловые. Простым ленинградцам доступ туда заказан. Простые от мала до велика распределены на четыре категории. Первая – рабочие и ИТР. Вторая – служащие. Третья – иждивенцы. Четвертая – дети до 12 лет. Три последних категории, если мерить индивидуальными выдачами декабря и января, заведомо обречены. В действительности алгоритм выживания сложнее. Многое, далеко не все, зависело от сочетания категорий в каждой отдельно взятой семье. Двое рабочих и ребенок, рабочий и иждивенец, такие сочетания при условии, что хлеб делится поровну, дают шансов больше. Инвалид второй, нерабочей группы и ребенок, а то и двое-трое, шансов практически никаких. Матери, оказавшиеся перед нечеловеческим выбором, кого из детей кормить, как правило, из таких семей. Впрочем, случались чудеса. «Город, написанный по памяти» – роман расследования, где Петербург становится городом памяти. Автор называет ее своим скромным вкладом в общую блокадную память. В основу книги легли записанные на диктофон рассказы, пережившие блокаду и эвакуацию мамы Елены Чижовой, и рассказы бабушки. Кроме того, в книгу вошли фотографии из семейного архива, на которых писатель строит повествование. Это не просто иллюстрации, это неотъемлемая часть расследования. Этот роман автор писала более 2 лет. И потом позже дорабатывала еще не раз. Елена Семеновна говорит, что если будет переиздание, постарается включить новые важные мысли, потому что Ленинград – это бездонная и личная тема. Елена Чижова по крупицам восстанавливает захватывающую историю своей семьи.
графская горничная, печной мастер, блестящая портниха, солдат, главный инженер, владельца мануфактуры и девочка-полукровка. Четыре поколения, хранящие память о событиях 20 века, выпавшие на долю ленинградцев. Гражданская война, репрессии 30-х годов, блокадная эвакуация, тяжелое послевоенное время. Это про жизнь, про город, про умерших и погибших родных. Это не просто семейная история, а история становления городского сознания, главные свойства которого – самостояние и противостояние. Вот что пишут пользователи интернета, которые уже успели прочитать эту книгу. Впрочем, случались чудеса, когда какой-нибудь незнакомый капитан, майор, лейтенант в легендах блокадного времени воинские звания ангелов-спасителей разнятся, однако высших чинов, соответствующих престолам и властям, среди них нет. Вдруг этому русскому слову, обыкновенно означающему беду, за редкие блокадные чудеса простится многое. Открывает вещмешок и достает буханку хлеба, ничего не требуя взамен. Или в сумке, которую до этого, кажется, уже 100 раз прощупывали и перетряхивали, но вот же она, конфета, завалившаяся за подкладку. Ленинградцы знают, даже считанные граммы сладкого могли остановить необратимый процесс. Но общее правило такое, чтобы выжить, надо что-то предпринять. В блокадном Ленинграде этих способов не так уж много. Некоторые из них противоречат довоенной морали, но этический аспект «я, не пережившая смертного времени», заведомо оставляю в стороне. Там, а вернее по другую сторону от ленинградского смертного человечества, остаются те, кто по роду службы связаны с распределением продуктов, чьи лица, розовые, лоснящиеся от жира, описаны в блокадных дневниках. Весной 1942-го ленинградцы узнают их с первого взгляда, задолго до страшного суда. Под прицел тяжких, словно из-под земли идущих взглядов, попадают и без вины виноватые, прилетевшие с большой земли по служебным надобностям. Им, не носящим предмет близкого исхода, несгоняемых отеков, иссохших древообразных скул, источившейся сверх предела кожи, кажется, тронь пальцем, порвешь. Хоть на улицу не выходи. Но я не о них, а о способах выживания. Вот что пишут пользователи интернета, которые уже успели прочитать эту книгу. Чижова «Отменный рассказчик» читается легко, хотя история семьи нелегкая и непростая. Петербургский текст не дает покоя. Могу сказать одно – это книга о любви. И то, что Петербург, Ленинград в этом произведении главный, не подлежит сомнению. Книга для влюбленных в лучший город на земле. Это книга из разряда высокой литературы, которую прочитываешь за одну ночь, ну максимум за полторы. Умно, глубоко, объективно, горько и в то же время легко и непринужденно под призом такого интеллигентного и ненавязчивого юмора. Книга для домашней библиотеки. Черные рынки. Все, что до войны считалось ценным, можно обменять на еду. Золото, вещи, свои или соседские, если соседи умерли, либо успели уехать. Помойки. Больничные и столовские. Куда по вечерам выносят бачки с отходами. Для дистрофиков, живущих по соседству, картофельные очистки – манна небесная. Грузовики с хлебом. Когда на них бросается голодная толпа. В сводках НКВД такие случаи зафиксированы. Наряду с разграблением булочных они приходятся на первые числа января, когда в течение нескольких дней карточки не отоваривали вовсе. При том, что на другом берегу Ладоги скопились 1000 тонн продуктов, но власти с доставкой не справляются. И на третью январскую декаду, когда мука в городе была, однако хлеб не выпекали. От чудовищного мороза полопались трубы, хлебозаводы стоят без воды. Утаивание карточек. Выморочные карточки полагается сдавать в домоуправление, но родственники шли на риск. Мародерство, квартирные и уличные. Покойников не только обшаривали в поисках денег и карточек, но и раздевали. Особенно ценилась обувь. Нередки случаи, они также проходят в закрытых сводках, когда ноги отпиливали ножовкой по колени, если не удавалось стянуть содеревенелых ног сапоги. Употребление в пищу суррогатных и технических продуктов. Олифа, машинное масло, обойный клей, костяные пуговицы. Из пуговиц варили бульон. Вазелин для смазывания деталей. На вазелине жарили и намазывали его на хлеб. Кроме суррогатных и технических, были условно-натуральные. Дуранда, жмых, гнилые капустные листья, хряпа, лепешки из кофейной гущи, ремни из свиной кожи. Их вываривали до мягкости, чтобы разрезать и прожевать. Город, написанный по памяти. Эта книга является новинкой книжного фонда, который пополняется ежемесячно.
Самые актуальные, модные, популярные авторы и книги разных отраслей попадают в фонд Дворца книги. Если вы хотите повлиять на то, какие издания будут приобретены в библиотеку, то заполняйте заявку на сайте Дворца книги или в отделе статистики библиотеки на первом этаже, и тем самым вы сможете сформировать фонд Дворца книги.